18 июля парламент Ирана принял законопроект о противодействии американскому терроризму на Ближнем Востоке, передает государственное телевидение Исламской Республики. За документ проголосовали 212 из 290 депутатов. Спикер парламента Али Лариджани заявил, что это голосование доказывает решимость иранского народа в борьбе с американскими действиями. Американская администрация должна четко осознавать наш посыл, что любое действие против Исламской Республики будет яростно отражено народом и парламентом. Между тем, советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Вилаяти назвал решение Сената явным нарушением совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе.